Здорово, банда, с вами Варчик, и в этом видео мы с вами посмотрим на два боя на танке Е50. Первый бой мы будем смотреть с предтоповой пушкой. Некоторые умудряются ее называть удочкой, но удочка — это другая пушка, еще более слабая, и это, в принципе, такого же типажа пушка, но более мощная, чуть больше альфа 240 и пробитие получше. Второй бой мы будем смотреть на топовой пушке, где альфа 390. И очередной раз я вам скажу, ничего нового велосипед изобретать не буду, скажу то, что всегда говорил. На легком танке эта бы пушка зашла, ту, которую мы смотрим в первом бою с небольшой альфой. Поскольку танки быстрые, и для них тоже пушка нужна скорострельная, она больше подходит под такой геймплей. А под СТ уже более мощные нужны пушки, тем более под такие СТ, как Е50, которые даже более бронированные и немножко ближе к тяжам, нежели к ЛТ. Есть СТшки, которые немного напоминают ЛТ, легкие, без брони, быстренькие. Есть СТшки, которые напоминают ТТ, такие как Е50, тяжелые и бронированные. Так вот, для Е50 более чем подходит пушка с большой альфой. И на этом примере, в этом видео, вы убедитесь, что в первом бою, играя против восьмерочек всяких, я и то еле-еле наковырял там какой-то урон, да, получил мастеросы, но я весь бой ковырялся, и все. А второй бой, и там уже враги будут немножко пожестче, я просто ехал и бахал. Во-первых, и враги более сдержанно будут себя вести против вас. А когда ты играешь с этой притоповой маленькой пушкой, враги не боятся вообще от тебя урон получать. Я часто видел, что они передо мной стоят и даже не сейвятся. Просто стоят и получают урон. Прикольно, когда на вот этой притоповой мелкашке сбиваешь каток. Тогда ты можешь каждые 4 секунды бахать в каток, и никто с катка не уйдет. Но есть такой прикол, что сбить каток на этой пушке сложно, потому что калибр маленький, и урон по катку проходит очень такой вот не очень. И часто не получается, даже попал четко в каток, не получается его сбить. Особенно тяжелым танком. Но если сбил какой-нибудь СТшки или ЛТшки, то все, ты просто каждые 4 секунды туда долбишь, никто с него не слезет. Ни у кого такого ремонта нету, разве что только ремкой. Это прикольно, но это единственный плюс, который есть у этой пушки. Да, и в принципе настрелять очень сложно, много урона. Пушка с альфой более стабильная, результат получается более стабильный. Средний урон будет больше. На мелкой пушке иногда получается настрелять урон, но чаще всего он не очень. Поскольку чем медленнее танк, тем шансов и количество раз в бою, когда враг подставляется, меньше. Если бы танк был быстрый, то ты сам бы себе искал прострелы. А поскольку танк не очень быстрый, то количество раз, которое ты можешь бахнуть по врагу, оно меньше. Поэтому альфа нужно больше, чтобы нормальный урон наносить. Потому что количество раз, когда ты стреляешь, не сильно большое. Иногда там, когда враги подставляются, но это зависит уже не от тебя, а чисто от врагов. Тогда ты постреляешь на мелкой пушке. Поэтому орудие с альфой больше подходит для таких танков, для тяжелых СТ и для тяжей. Вот такие вот дела. Потому что стреляешь ты не так часто, поэтому альфа подойдет, пушка с альфой, намного больше. Это очевидно. Люди, которые говорили мне, попробуй Е50 на другой пушке, там много раз я встречал таких. Или, а что ты думаешь про альтернативную пушку? Ничего я о ней не думаю, она сюда не подходит.
Это очевидно, и на этих двух боях это заметно. Если бы я в первом бою играл бы с топовой пушкой, все было бы намного проще, на меня бы никто особо не налегал, я бы просто с нескольких выстрелов развалил бы там всех, и все. А так я целый бой там долбился и еле-еле там всех заковырял. Если бы они на меня вывалились, они бы меня просто завалили, и все. Вот такие дела. А так с альфой бы я бы их немного усмирил бы. Да и на альфу не так сильно хотят выезжать. Оба эти боя были сыграны с топовой башней, со стоковым двигателем. Поэтому условия были равные. И можете на примере на этом сравнить, что да как играется. Да и в принципе в игре World of Tanks играть от альфы намного легче. Прям в разы. Я надеюсь, я вам уяснил, с какой пушкой лучше играть на таких танках. Если бы это была БЛТ, тогда был бы очевиден ответ, что притоповая альтернативная пушка более выгодна для ЛТ. А для СТ и ТТ более выгодна топовая пушка с альфой. Все. На этом прощаюсь. Играйте красиво. Пока.